Всем привет! Сегодня я представляю вам Nissan March, пятидверку 1992 года выпуска. Стоимость составляет 249 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону 16 регион за предоставление данного автомобиля на съемку. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля, а также заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи с надписью. Стертые уже Toyota, но это не имеет значения. Опа, и они упали, да? Ха-ха, бывает. Ну что ж, открывается, закрывается автомобиль. Такой мини-пейджер здесь с расширенным функционалом. Автомобиль праворульный, для многих супержеланный. Бывает так, что шпакля спустя годы прописалась на кузове, но ничего страшного. Главное, чтобы силовые элементы были в порядке. Такой классный салон. Цвет тоже мне очень нравится. Сильный еще не есть. Сильно еще не стертый. И двухспицевый руль. Такой уже выгорел. Немного уставший, но еще в строю. Я не знаю, что было. Какая-то шрапнель попала, либо что-то еще. Но какой-то взрыв произошел. И все вот в таких дефектах, дырочках осталось. Запуск двигателя. Знаете, сейчас здесь какой? Суперсекретный. Так не получится сделать. Есть кнопка. Включаешь. И потом еще вот здесь кнопка. Сейчас, секунду, вот здесь. На тормоз нажимаем. И вот так запуск происходит. Один литр двигатель на 58 лошадиных сил. Так, вот сюда я паркую. И... автоматическая четырехступенчатая коробка передач. Овердрайв, Shift Lock Release вот здесь. Кстати, небольшой пинок есть на реверс. Нейтраль все нормально, драйв тоже чуть-чуть есть. Потому что в драйв, почему-то в драйв, никуда мы не едем. Только со второй передачи, вот она трогается. Как-то так. Такой гудок еще приглушенный, интересно приглушенный. От упора до упора немного оборотов совершает. Да. Здесь, кстати, надпись NCVT. Вот. Трансмиссия клиноременная, либо клиноцепной вариатор. Рулевая колонка регулируется, кстати, да, лишь по высоте. Таким образом. Здесь установлен гидроусилитель руля, все в хорошем состоянии. Теперь я предлагаю включить фары, дальность от фар, обычную аварийную сигнализацию. Давайте рассмотрим этот автомобиль снаружи, со стороны водителя. Автоматическое стекло опускается и поднимается, все в рабочем состоянии. Приятный материал, износостойкий и долгоиграющий. Здесь у нас все механически опускается, пищалки были когда-то установлены. Блокировка стекол и вот такой даже центральный замок. Похоже, он работает, да, друзья? Он работает. Такие миниатюрные, маленькие ручки. Давайте откроем капот. Здесь все просто. Так. Не с первого раза, похоже, получится это сделать. Вот так. Сильнее нужно потянуть. Кстати, при моем росте в 188 сантиметров...
8 сантиметров. Удобная посадка и высадка. И посмотрите на эти кресла, сиденья. Похоже, ставили от автомобиля классом выше. Рючок бензобака. Багажник, чтобы открыть. Вот так. Механические регулировки, спинка. Есть регулировка по высоте даже. Да, друзья. И продольная регулировка, то есть вперед-назад. Вещевой бокс. Уплотнитель где-то местами уже тоже устал. Эти обычные элементы просятся под замену. На что-то более свежее меняют указатели для поворота в передних крыльях. Видимо, апгрейд был по подкрылкам здесь. И в данном случае LS-диски 15 дюймов, 175 на 55 профиле. Я бы, конечно, поставил сюда какую-нибудь хорошую такую японскую ковку. Гораздо презентабельнее бы смотрелся автомобиль. Какие-то подкрасы, конечно, имеют место быть в этом авто. Не без этого. И с этой стороны, видимо, дверь не открывается. Либо она открывается, но изнутри. Это нужно сделать. Сейчас попробую. Нет, не так не открывается. К сожалению, в данном случае не получится открыть. Сзади барабанные тормозные механизмы. Ну, конечно, уже всю коррозию скрыли, открасили, промазали антикором, антигравием. Где-то местами может проскальзывать шпакля, и это тоже нормально, друзья. Автомобиль не новый. Нужно с пониманием относиться. Но как рабочая лошадка, хороший вариант. Итак, все еще держит, кстати. Багажник небольшой. Пару сумок сюда залазит, и все, намертво закрепили, да, на саморезах уже эту полку просто, и все. И здесь у нас запаска полноразмерная, домкрат, инструменты, вот там даже часть проводки виднеется, что-то еще. Вот так складывается сиденье, такой механизм у них, то есть делится спинка 60-40. Бампер уже, крепление где-то провисли, да, это видно. Видите, все ставили такой интересный концевик. Здесь тоже уже зазоры, конечно, огромные. Клипсы навряд ли держат. Здесь вот ткань интересная такая. Ну, это все, в принципе. Откровенно гнилых, таких трухлявых мест я не наблюдаю. Так, нужно посильнее закрывать. Вообще, на момент появления Nissan March, ну, ее полюбили, можно так сказать. Публика прям горячо, с любовью приняла этот автомобиль. Если вам не нравится правый руль, берите левый руль. Это будет Nissan Micra. В разных поколениях он по-своему хорош, этот автомобиль. Определенно. Давайте рассмотрим детально нижнюю часть этого авто. По подвеске все очень просто. Мотор, коробка, все тоже доступно по запчастям. Безусловно, это не Nissan Gloria, не Nissan Cedric, либо Nissan Sima. Это очень популярный автомобиль. Дешевый в содержании, неприхотливый и невероятно надежный. Притом, конечно же, расход топлива вас очень сильно порадует. Здесь тоже какой-то апгрейд был, видимо, то имеет место быть. Трещина. Так, что такое? До этого все открывалось, сейчас ничего не открывается. Я так подозреваю, что это вообще центральный замок, друзья. Так, скорее
скорее всего, центральный замок. Я неправильно просто сделал. Все открывается. Это он во всем виноват. Так. Да. Это он во всем виноват был. Сзади у нас весла стоят, механические регулировки для стекол. Где же коврики здесь, друзья? Они покинули салон автомобиля, какой-то дефект тоже. Ну вот это амбре японского авто с 1992 года, никуда не делось. Понимаете, наверное, о чем я говорю, да? Детский замок, фиксатор, два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Эту часть очень легко почистить. Небольшой дефект снизу. Давайте попробую. Так, присяду. Ну что ж, я бы не сказал, что супер тесно. Я упираюсь, конечно, коленями, но еще терпимо. Над головой еще хороший запас остается. Разломано здесь. Тоже какие-то элементы чего-то не хватает. Клипс там. Всего такого необходимого. Но факт, она запускается и можно прокатиться. Подсветку апгрейд на светодиод, видимо, поставили. Тут, конечно, будет комфортно только вдвоем. Вещевые карманы отсутствуют. Здесь простая заглушка. Сзади еще нет ковриков. В основном, конечно, этот автомобиль позиционируется как автомобиль для представительниц прекрасного пола. Он идеально подходит по городу кататься. Да и по трассе, в принципе, он не спасует, это точно. Закрытие, открытие дверей. Такое приятное. Здесь у нас без дефектов, только почистить нужно. Вещевой бокс. Здесь спинка регулируется в продольном направлении. Есть регулировки. Так, вещевой бокс. Подлокотник здесь у нас тоже отсутствует. Я думаю, что были комплектации, в которых был подлокотник. Вот здесь трещина такая присутствует. Ну что ж, автомобиль не новый, друзья. Ох ты, как все элегантно здесь вот. До сих пор, а само открытие, закрытие, оно просто удовольствие доставляет. Вот как так, да? Класс. Простые вещи, радуешься, как ребенок. Здесь два подстаканника, держатель для монет, заглушки, это не самая максимальная комплектация, задний обогрев стекла, воздуховоды, пионер, голова здесь, кондиционер даже есть, рециркуляция, здесь пепельница, прикуриватель, пожалуйста, вещевой бокс. Ручник вот такой. Макияжные зеркала вот здесь еще так, на липучке. Должна закрываться. Видите, видимо, отвалилась уже. Предупреждение. Здесь тоже на японском. И ароматизатор. Кстати, кто хочет заказать себе японские ароматизаторы, это возможно. Я нашел там на одной площадке, где можно купить японские ароматизаторы. Да, конечно, это не дешевое удовольствие, но все же. Здесь вот полка для водителя. Притом места здесь более чем достаточно, чтобы припарковать вещи. Да что хотите, в принципе, вообще без проблем. Так все выглядит. Японские ароматизаторы, это у нас Коралл и Эйкоша. Так они называются, интересно. Прям загуглите Коралл и Эйкоша. У нас амбициозно спидометр до 180 размечен. Представляете себе?
Вот смех смехом, а есть варианты, когда свапают что-то очень интересное с турбинкой, с компрессором под капот, и она прям на все бабки валит. Если учитывать моменты такие, что он хорошо поддается тюнингу, то можно сделать там 4 секунды до 100, все будут просто ошалевшими глазами на вас смотреть, когда вы будете делать 4 секунды до 100 вот на таком автомобиле. Да, друзья, это тоже возможно. Просто залепили, чтобы не шаталось полотно. Все четко и понятно. А здесь уже небольшая такая апельсиновая корка. Замазывали, но она дальше прогрессирует. Сорок восьмая неделя 10-го года, получается. О, шины, конечно, да. 48-я неделя 10-го года. Sport S02. Гравировочка даже есть. Йокогама. Давайте нижнюю часть рассмотрим детально. КМК глаз. Лобовое стоит без колов, без трещин. Уже не новое, как понимаете. Галоген, лампочки, рефлектор. Здесь, безусловно, вот такая кочерга будет. Но по двигателю все идеально. Работает просто изумительно. Тихо, ровно. Шестнадцатиклапанный Twin Cam надпись. Где-то старые масляные подтеки, отложения имеются, но ничего такого критичного. Смасленный щуп, масло, заливная горловина, жидкость для гидроусилителя руля. А в железке у нас идет. Радиатор тоже все чисто, аккуратно. Вот здесь сигналка. Интересно, поставили тут. Просто энтузиасты какие-то проявили смекалку максимальную. Можно же было докупить, да, сейчас же все контрактное есть. Но нет, друзья, нет. Здесь horn, то есть предохранители для клаксона, idle up. Это у нас передние туманки. Ну, в общем, все есть. Еще даже кто-то умудряется распорки на чашке поставить. Тормозная жидкость вот здесь у нас, шланги все тоже, все аккуратно. Ну и вот воздушный фильтр отщелкиваем там. Расширительный, все хорошо. Номер по кузову, здесь вина нет, номер кузова только. И что-то случилось, видимо, не знаю, с АКБ, почему так все произошло. Утеплился он на зиму как раз. Здесь все промазано, не знаю, возможно, был какой-то удар. Там все хорошо. В общем, она когда-то билась, когда-то где-то восстанавливалась. Что-то с ней происходило. Здесь все оригинальное, но уже выцвело, подостерлось. Но все в оригинале. Поверхностная немножко коррозия идет. Тоже можно устранить. Это у нас фреон, заправка. Какой фреон необходим? Здесь уже, так скажем, пошли в дело различные моменты, связанные с доработками. Ставим обратно. Зазоры, конечно,
просто огромные, и похоже, где-то шпакля уже отходит. Эмблема Nissan в хроме еще не сильно пострадала, возможно, она новенькая, китайская. Давайте нижнюю часть детально рассмотрим. Итак, ребята, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, я сейчас предлагаю более подробно рассмотреть интерьер этого авто. Учитывая стоимость и год, конечно, сильно не придираешься, запускается, катается, это уже прям хорошо, очень даже хорошо. Сколько она откатает, ну, в большинстве случаев это просто загадка. Но учитывая тот колоссальный ресурс, который заложен разработчиками в этот автомобиль, я думаю, еще долго будет катать, по ощущениям. Так. Все прекрасно сработало. Итак. Даже дворники работают, все хорошо. Итак, как звучит этот силовой агрегат? 1 литр на 58 лошадиных сил. О-хо-хо, довольно бодрый еще. Это вам не газонокосилка. Настоящий японский ураган под капотом. Да, возможно, с 92 года половина лошадок убежала, остальной табун еще остался. Как-то так. Некоторые датчики могут врать, как могут, так и работают. В общем, это нормально. Здесь у нас электрозеркала. Неужели они работают? О да, о чудо, друзья, все работает. Вообще идеально. А вот это зеркало, вот это уже просто залепили, оно не работает, но все же. Такое маленькое, миниатюрное. Обзорность просто шикарная в этом автомобиле. Правый руль, к этому привыкаешь, друзья. Вопросов нет вообще. Единственный момент, что нужно дорасти, друзья, до праворульного авто. Без разницы, берете вы Toyota Crown Majesta, какую-нибудь там Toyota Aqua, к примеру, да, самое большое, самое маленькое, либо же Toyota Century вы покупаете себе, мало ли, так сложились обстоятельства, что вы сможете покататься на этом авто. Нужно прям вот дорасти
во всех отношениях. Если вы доросли до этого автомобиля, он ваш. Прям ваш. Я уже это неоднократно проверил. Сейчас у меня у самого 2 праворульных авто. Скоро будет 3-й. Я обожаю эту тему, вообще обожаю. Мне очень нравится. Итак, как же глушу? Здесь тоже опять кнопка. Вот так, заглушили. Ну что ж, хороший вариант на дачу, в лес, за грибами кататься. Какое-нибудь озеро выехать на рыбалку. Она будет ездить долго еще, друзья. Несмотря на то, что подъедает масло, возможно, пинается коробка, подвеска требует вложений и что-то еще. В целом, японская надежность, она просто не знает никаких границ, что очень-очень меня радует. На этом все, друзья. Всем удачи. Спасибо, что смотрели. Берегите себя. Всем огромного везения и до скорого!